Warner Brothers. Так. Короче, вот сюда мы заехали, и вот здесь, собственно, у нас будет студия. Это... Чё вы там, блядь? Ебать, у меня уши запали. Нет, спасибо. Короче, вот мы сюда заехали, вот сегодня у нас, вот это еще, наверное, с времен Ленина осталось, наверное, еще ленинский приемник. Куда он ведет? Кстати, куда? Олег, у тебя вот это работает, нет? Вот этот приемник. Я его нахуй лома вырвал. Вырвал, а у нас еще работает. Подожди, может еще и радио работает. А давай попробуем, подожди. Подожди. Сейчас Юстас, я Алекс Прием, как слышишь? Сейчас буду сюда. Ааа, блядь! Ебать! Так. Всем привет. Там дружит. Там на Ютубе всем привет дружит. Сенсор, бля, не долго держит. Сенсор, бля. Нихуя не включается мне. О, бля. О, сработало, бля. Короче, нихера это не работает. Вот еще... В окно его. Не надо в окно, не нужно выбить зрителей. Это, кстати, не разводы, это кто-то рисовал. Вот так вот все убито. А что происходит? Что происходит? Мы теперь здесь будем делать студию. Чтобы народ понимал вообще с чего. То есть, в принципе, сколько здесь квадратов? 11, да, где-то так? Раз, 5, раз, 2, 3, 4, ну короче, 5. 5 на раз, 2, 15. 15 квадратов. Вот из 15 квадратов мы будем делать студию. Зато у нас есть выход на балкон. Кто-то что-то там делает. Кто там делает сейчас? Бразерс. Что-то забирай туда. Блять, ебать! Ай, сука! Что-то, блядь! Топор. Топор тоже туда уйдет. Уйдет туда еще. Как Олег сказал, что это такое? Олег сказал. Он сказал, что это топор. Секира, а, секира или топор? Топор! Так, блядь. Вот это тоже туда пойдет. И, по-моему, где-то здесь еще. А, вот это херня. Херня. Вот эта херня будет тоже там. Это все штативы и все тому подобное. У ФПС города Москвы пришло, значит, вот еще у нас пришло вот это, и вот это у нас будущее здесь студия. Короче, здесь находится, здесь у нас находится фон, здесь у нас рама будет, по-моему, вот здесь находится рама, для того, чтобы повесить этот фон. Здесь не знаю, что такое, что вот они вот тут накидали, фиг его знает, здесь, скорее всего, какие-то крепежи, все такое. Здесь, скорее всего, находится журавль, который будет у нас сверху над столом. Здесь набор софтбоксов. Так. Среди всего этого говна нужно найти, по-моему, вот здесь. Да, трипод. Вот этот трипод тоже туда уйдет. Штатив тоже сразу туда уйдет. Вот еще дополнительный штатив. И вот здесь будет маленький еще трипод. Короче, вот это все, это у нас будет набор для студии. Так, ну то есть вот по сути, в принципе, из вот этого помещения, вот вы сейчас видите помещение, из которого будет делаться студия. Да, пошарпанный пол, да, вообще убитые нахрен обои, но нам это все не важно. У нас самое важное, что у нас будет помещение. И вот это все дело у нас будет составлять антураж нашей студии. И вот этого всего вы, конечно же, не увидите. Короче, вот здесь будет вот так вот рама, здесь будет фон. И здесь будет несколько камер торчать, вот здесь будет стол. Короче, все сами увидите прекрасно. Как все это вот это вот убогое, унылое Г преобразится в нормальную студию.